Девочки, я иду. Девочки, всем привет, дорогие. Только пришла. Опять налазилась в этом секонд-хенде. Там сегодня, знаете, как шок. Как будто там этот американский торнадо прошелся. На полу столько вещей валяются. Кто зайдет... Мало людей сегодня было, очень, да. Кто зайдут, как бешеные, все под, вот так хвать, перелистывают. Нет спокойствия. Мне кажется, это торгаши вот так вот себя только ведут. Нету такого, чтобы спокойно человек зашел, что-то посмотрел, что-то не посмотрел. Вот такое вот, все подряд перерывают, упало, не упало, и пошли. Съела, он разогрела себе пару перчин. Девочки, открыла только что вот повидло сливовое вот этой крышкой. Помните, я вчера накрыла? Девочки, оно тут вообще, как будто здесь этот гипс. Прикиньте. Смотрите, его не отковыряешь. Смотрите, девочки, что получилось. Гляньте. Посмотрите, какой мармелад получился. Девочки, кто пожидал, что это такое будет? Гляньте. Гляньте. Супер мармелад. Вот. Смотрите. Я тащуся. Вот это да. А какое же оно вкусное. А я открыла, думаю, наверное, пленкой затянула, поняли? А потом... А оно все. Навеки вечные. Навеки вечные там, девочки, хоть об стенку. Вот это оно. Прикиньте. Вот такое, первый раз у меня такое получилось, чтобы вот так вот, без всяких агар-агаров, без всяких вот этих желатинов или что там. Какое вкусное. Ну, взяла там, девочки, сейчас я вам покажу две. Это я взяла аж в платьях. Платья такие, боже мой, я вот так вот, так даже по качеству. А кто вот это такое носит? Какие-то колючие шелка, че не шелка, я даже какая-то суперсинтетика. Платье, кто какими-то вышитые вот эти чешуей. О, неужели вот это кто-то носит еще в наше время? Нема, штанов вообще ноль. Вот так вот. А этим дала только что. Разорвала, девочки, вот суповой набор. Зашла в АТБ, там купила. В моем АТБ такого нету. А в том АТБ там есть. Не хочу уки пачкать. Как вот эти бумажки, да, девочки, на нервы действуют. Вот эти прокладки. Ну, вот осталось две жопы тут и гамилка одна. А так тут отдала, по крылу дала, какой-то мякоти дала. Вот. Какая-то мякоть накидали, видите, на дно. А, это вот эти ключицы. Видите, сверху две жопы положили и гамилку. А под низ таке, вы поняли? Все умеют делать, господи. Уже пишите, жопки. Так наоборот, лучше жопок положите, без всех вот этих синего цвета крылья, запекшаяся кровь. Знаете, наверное, подмышку хорошо курицы дали перед чики-гики. И все, и уже сразу кимарят. Только что проходила, брала, забыла эти шмотки. Да две штучки взяла, девочки. В сумки пошла, иду, беру вот так. Прям такие глаза. Стою на них, смотрю, они на меня. Думаю, что же она затихла. Я сказала, I love you. И они сразу, малыш сразу спрыгнул, и давай подпрыгивай. А этот хотел, я говорю, тихо. Я только призналась в любви. И то на английском языке. Мгновенно. Думали, что сейчас я с ними... Бурюкаться буду. Со мной не на бурюка, если я сама на бурюканная пришла. Зашла вот там девочки в АТБ. И то пошла заради них, верите? Заради них, думаю, там возьму этот одеяло. Мне больше негде взять. Думаю, возьму этот суповой. Я знаю, что там они всегда. Думаю, возьму им это, пындык этот. Бо вчера же они в проголоде у меня просидели. А я даже не глянула. Я и заходила в дом. Он пальто, я снял пальто, девочки. Кстати, в грязном. Оно ж так быстро пачкается, оно ж светлое.
два дня походишь, уже все, уже рукава кругом, уже вот это все. Чего оно так? Нигде, нигде ж не стоишь. Нигде ни на базарах не трёсь о нем, нигде ничего. Вышел, в АТБ сходил, сюда пришел. Все. Два дня и все, уже черное, уже кругом оно позатерто. Вот это лепяка, вы поняли? А я ж не видела. Так я его только стирала вот. Перед летом. Ну, может, еще потом одела один или два раза. Сегодня приду сразу в машинку с ванишем, как запру. Зашла в АТБ, вот взяла, я же специально для них зашла. Там взяла картошки, выбрала. Ну, может, килограмма полтора вот этой, по, ну, по 30 чем-то гривен, что я вам говорила. И помидор. Сливки, ну, килограмма два выбрала по 49 гривен. Уже последние. Люди выбираются, отруются. Ну, они сейчас вот это вкусные. Вот в это время. Почти все грязные в земле какой-то. Еще в какой-то земле растут. Непонятно. Щось не верится, где оно растет все. Как на деревьях, как будто. Да и все. Сейчас покажу вам эти куфты. Так вот взяла, но я думаю, хай будут. А что, пустой выходить? А сегодня 337 гривен сегодня. Второй день. Значит, уже... А, ну, наверное, 370 уже первый день. О, скоро будет 1000. Сралось оно тогда, скажите. Да хоть бы было что-то путячее. Ну, я думаю, сойдет. Мне самое главное качество, девочки. Качество. Он. Смотрите. Пеленка. Вы поняли? Детская пеленка. Качество. Ну, я думаю, ничего. Смотрите, жопу прикрою, гляньте. Да? Смотрите. Жопу закрывает. По бокам разрезики. Длинная. Жопу закроет, я же вижу. И тут разрезики, видите? Вот. Гляньте, и тут, с этой стороны. Ну и все. Такая просто длинная, простая. Тут вперед полосочки идут вниз, а тут в ширину. Я думаю, сойдет, да, девчата? Вот так под штаны одеть. Гляньте, какая. С коротким рукавчиком. Хорошая. Сейчас я скажу, чья. Ой. Размер 18. О, какая я маленькая и худая. 18 размер подходит. Сейчас скажу, чья. Что-то 53, а что-то 44. А что-то даже 3. Вот так. А что, я не знаю. Так. Девочки, все хина. Все хина. Как будто... Ну, сойдет. Мягкая-мягкая. Одна. Я не мерила ничего. Я же смотрю, что большое. И их нормально. А это, девочки, как рубашка. Ну, я не знаю. Ну, тут сойдет мне сидеть. Да? Смотрите. Тоже качество шикарное. Мягенькое. Я вот только мягкое что-то возьму в руки, так вот и размер. И сразу торбу кидаю. Сейчас тоже хина. Перехина. Чё штрих-код? Чи не это? Как, ну, как в магазинах. Вот. О, акцизная марка какая-то еще. Ура. А тут 100%, что-то одно. Чью, Мадеин. Не хина, что-то другое. Девочки, что-то другое, но не хина, не пойму. Сильно меленько. Маде вижу, а уже остальное нет. Ну, сойдет, девочки. Такая рубашечка. Главное, что мягенькая, да? Ну, так вот под низ сейчас под пальто одевать, то, что надо. Эти на веревочке, ну, вот тут подстегиваются рукава. Ну, сойдет, да? Тоже длинненькая. Я думаю, сойдет. Да?
Главное, что мягко. Вот сейчас вот, да, под пальто одел, пошел, себе идешь как барину тут. Никакой синтетики на тебе нет, ничего. Мне только как синтетика какая-то так... С ума можно сойти. О, повидло получилось, девочки. Только что-то печь с него. Я же говорила вот это, но у меня сегодня нету маслов. Я сегодня домой скупилась. И масло сливочного купила, и яиц купила. И... Ой, что я сыра взяла кусочек. И... Что я еще? Ну, я взяла все Миши, но я знаю, что половина все выложится. Думаю, может, съест. Ну, в общем, короче говоря, кое-что купила. Мы ничего нема. Ну, оно, с одной стороны, хорошо. Хоть не встаю, не кушаю. Мне и вставать не надо. Даже из... А, мивины купила там 4 пачки. Ее хоть так можно скушать, а макароны ж так не будешь кушать без масла. А мивина идет, когда горяченько. Я люблю, девочки, вот так вот иногда запарить мивину. Я люблю только с юшечкой. Похлебаешь, как супик. Что, девочки, дала им по кусочку, да, мяска. И сразу повеселели, полягали. В общем, вот так я скупилась. Прошлась, мужское вообще, девочки, такое, штанов вообще никаких. Там какие-то джинсы и какие-то брюки висели до потупнейшие, или порванные, или еще какие-то. А все поразребано, пустые вот эти палки. Какие-то кофты, рубашки, как, ну все такое. Все хорошее, наверное, забрали, сами разбирают. И плюс еще вчера, наверное, разобрали. Да сегодня утром подхватили. По люксу прошлась, а тоже нечего в руки даже взять. Вообще, чтобы ничего не... Я в последний день, вы же сами видите, больше всегда покупаю, чем пошла во второй день. Я сегодня уже думаю, штанов себе возьму обязательно. Пускай за любые деньги, но я знаю, что там качество какое, что я буду с удовольствием всю зиму таскать. О, одни джинсы. Или маленькие. Там они мне не нужны, никакие джинсы. Не, ну если большие были, я бы взяла даже, если что, даже бы на продажу. Вон я сегодня вышла, когда стоит. Я тоже Люда звать. Я с ее мамой, тетя Майя, я вам рассказывала. Нашу борщ за лужками варила. Она живет напротив меня, только второй ряд домов от дороги. Она работает в больнице, в регистратуре сидит, там что-то калякает. Уже пенсионерка, ей 67, по-моему, на 2 года она меня старше. И тоже говорит, где ты там выбираешь большие эти самые размеры? Говорит, я как не зайду, все маленькие. Я говорю, вот у меня так случайно и попадается. Я говорю, неделю назад, чи 2 недели назад, я зашла, даже ничего нигде с вешалок не снимала, все на перекладинах вот так. Я говорю, как кто-то мне накидал специально, я пришла, пособирала только и пошла. Думаю. Колокола бьют, послушаю. А, взяла сегодня, девочка, тоже вышла, сегодня на ту сторону пошла. В АТБ в ту пошла через дорогу, думаю, на базарчик загляну, что там. Когда смотрю, я еще перешла, я увидела уже. Смотрю, какая-то женщина там стоит, это самое, только не там, где у нас всегда стоят все торгаши, а туда ближе к дому, к пятиэтажке. То я дорогу перешла, уже по ступенькам на парапет поднимаюсь, смотрю, стоит. И вижу, вроде мясо. С мясом стоит. Ну и все, и то пошла туда. Когда да, с мясом, но у нее осталось одно сало. Почеревок этот, скажите. 2 ноги, так, отрубаны очень по-дурному. Одни раточки, вы поняли? Мяса мало. С голяшками, но отрезаны, как грамотные эти самые торгаши отрезают. Вот. Нету голяшки, я бы взяла просто сварить. Вон с этой хреновиной покушать. Ну, костомаха.
и 60 гривен килограмм. Вот. И почеревок, ну, какой-то он неправильно отрезанный вообще. Ну, взяла это, полкилограмма. Нет, напополам 700 грамм где-то. Потому что там было 1,5 килограмма. Я говорю, отрежете половину, я возьму. Она отрежу, то отрезала. Ну, такая вот. Люди не умеют красиво разделывать, вы поняли? Разделать тоже можно и так накидать кусками. А можно чепуху красиво отрезать, да, красиво разложить, и ее схватят. Взяла, что тут мяско. Ну, тут с одной стороны мяско. В общем, девочки, вы сами видите, все по-дурному, смотрите. Тут какое-то одно мясо, видите? А тут какое-то одно сало, вы видите? Ну, взяла. Это так, взяла, девочки, пожарить. Вот это на 100 гривен. Ну и все, вот это все у меня покупки сегодня. Две вот эти. Набор это собакам я взяла, он по 50 гривен килограмм. Ну там килограмм, если не больше. Ну это им на сегодня и на завтра. И то, корм хай едят. Знаете, как спят. Спят, как будто ослепли. Как будто глаза клеем позаклеивали. Дикуся на подушке, это с краю. Что значит спокойные? Что их никто не обидит, ничего. Там женщина когда-то правильно написала, что хожу, громко разговариваю, пою, кричу, а они хоть бы что спят. Она говорит, потому что они уверены, что их никто не обидит тут. Они не обращают внимания на крики. Если побежали, так и шепотом боялись. Правда, девочки? А так, они начхали на всех, особенно на меня. Да, малышок подглядывает. Один раз пыть, один дывится. Помидорчики, девочки. Вот это сейчас хорошие помидоры. Кому не лень, выбирайте. И в Варусе они сейчас есть. Цена одинаковая. Что в АТБ, что в Варусе, по 49 с копейками. Ну, 50 гривен. О. Ни порченных, нема ни одного, ничего. Гляньте, помидорчик, ну, грязноватые. Ну, а что делать? В земле какой-то были. Не знаю. Ну, хорошие. И вот именно они сейчас вкусные. Не то, что вот у летние. Они как дубовые, невкусные. Вот сейчас осенние помидоры вот эти вкусные. И картошка. Все. Все равно надо туда идти, что-то накинуть на себя. Тут у меня одна куртка. А нет. Есть, смотрите, уши у меня тут есть. Тут же кофта есть. Тоже, девочки, секонд-хенда. Что, плохая кофта? Постирала и таскай. Нафиг мне надо какие-то наряды. Сегодня с Людой с этой стояли. Вот она две остановки трамваем подъезжает на работу, в больницу. Ей надо одеться. Он все-таки среди людей, да, хоть придет и халат одевает. А все равно уж под низ надо. Смотрю, в свитере, ну, таком колючий свитер и свитер под горло. Я такое не люблю, свитера под горло. Я люблю, чтобы все было просторное. А свитера вообще никогда не любила. О! О! Хорошее. Одели и гасай. Ну вот к чему вот этот выкат, да, девочки? Ну вот к чему? С длинным рукавом кофта, к чему выкат? Ой. Дик на боку лежит. Там женщина написала, ой, сидит все о собаках, все за собак говорит. Нет, давайте вас будем обсуждать. Сбрасывайте свою фотографию, я ее выставлю, и будем обсуждать. За людей говоришь, сплетница, за собак, собаками живет, все за собак. Я же, давайте о вас будем. Какая вы умная и красивая. Раз вы так написали, значит, умная, уже не будем обсуждать ум. Ну, а красоту? Уже она, наверное, прошла, та красота, как у всех у нас. Сейчас только красивым ум должен быть, а не морда.
Ой, девочки. Рыбы наперли, на Титова там прошлась, боже. На каждом углу карпер любые, и зеркальный, и чешучатый. Завтра Сашка, если привезет мне этого карпа, мне так не хочется. Мне вот после карасиков я наелась, а карасик, еще я один карасик съела только. Никто не брынькает. Вот смотрите, вот я за Волку говорю. Месяц-два, если его не тронь, он не будет трогать. Прикиньте. И не будет, ему не интересно. Без него можно и хорониться, и замуж выходить, и все. И ему до лампочки. Я не понимаю, девочки. Вы там мне сегодня много комментариев хороших, кстати, написали. Спасибо вам огромное. Такие рассудительные, ну, вообще нормальные. Спасибо. И очень правильные, кстати. Тут уже не взять, не дать. Что мне готовить? Я ничего не знаю. Кто ко мне придет, кто ко мне не придет. Я ничего не знаю. Кто придет, будет то, что есть, значит. Я вон перца поела. Он в кастрюльке. Разогрела. Я бы такая винограда нарвать. Так ножницы тупые. Там его будешь обрезать, он уже будет обсыпаться. Девочка, жалко, ж такой сладкий. И главное, что все уже отлетали. Да я пойду буду, я не знаю чем. Ну, буду этими ковырять, а что делать? Все же не ножом и не руками. Возьму он синюю миску и синюю миску на скубу. Девочки, у нас осени нету, так как и весны. И какая-то зима непонятная. Какая-то не зима, а осень с весной склещенная. А потом сразу раз и лето. А тут сразу раз и осень с зимой вместе. В ветровках не походишь, вот сразу пальто поодевали. Вот люди уже все, кто куртку одел, уже в шапках. Сегодня одна женщина зашла, девочки, зимние рукавицы. Ни перчатки, ничего, просто теплые-теплые рукавицы. Такая вязка, знаете, сибирская. Но это перебор. Хоть бы, знаете, перчаточки там какие-нибудь. Ну что с людьми, а? Без головного убора, в какой-то ветровке, зато в рукавицах в таких белых. Ну, бело-серые вот такие вязаные. Такие, знаете, как не ангора, а как вот козья шерсть. Вот такого качества где-то. Теплые-теплые. Зато на голове пусто, седой волос. И ветровка. И рукавицы. Не забыла взять, как вот Федоре на горе. А есть, сидят уже в шапках, понадеты, уже по-зимнему одеты. Парочка сидела напротив меня в троллейбусе. Ну, я вот так назади сидела, где много сидений сзади. А они тоже, девочки, что это за... Девочки, вообще, какой все кошмар. Троллейбусы. Только 4 сиденья. Не, раз, два... 4 и 2 по одному. 2 по 2... И 2 по 1. Это те, которые заходят сразу на полу. А то все остальные залазить надо на троны. Вы поняли? Ногу не задерешь, высота такая. И потом там усаживаться под крышей.
Что это за троллейбусы? Вот как старикам садиться туда? И, а потом уже пошел ты сюда, вот, например, да, это там впереди, где вот эти сиденья. А так пошел сюда, все, кругом только трон. Кругом ноги задирать надо. И сидеть потом на высоте. А потом спрыгни, попробуй. Не нравится стоя едь, чтобы никуда не... Ну, что это? Раньше зашел и садись, вот как в трамвае, да? Кругом одинаковая высота, где сиденье. А в троллейбусах и в автобусах сейчас, новых в этих. Вот это выдиралово такое. Все не для людей. Ладно, молодежи, и то, оно им надо задираться вот это. А для нас, для пенсионеров, задирать лишний раз ногу. Колени эти. А уже если зайдет инвалид какой-то еще, да только на полу там ложиться под стенкой и лежать, сопеть две дырочки. Девочки, как я рада за это жилье. Я спеку с него тертый пирог. Вот это оно. Все абрикосы такая получилась. Так она жидкая все равно. Я вчера была, вчера, да, открыла утром баночку, вот уж взяла. Вот. И так вот, на хлеб положишь, оно течет со всех сторон. А ложкой кушать я не могу. Я люблю вот на хлеб положить и кушать сидеть. Чтоб оно не капало, чтоб не переживать, что ты сейчас весь засерись, а будешь липкий. Не, абрикосовая редкая. Такое вот то. Повидло, оно должно быть или варенье, оно должно быть все равно на хлеб. Вот, все, в основном уже на хлеб, да? А даже если испечь с него что-то, ну и что, зальешь ты это, оно как компотом зальешь, оно все повытекает, не подходит. Вот что. Вот это хорошее. Прям не ожидала. Или то, что мало его, или я не помню, что оно так застыло. От чего? Что такое застывание дало? Что слива? Подошла сегодня, вот уже еще дорогу перешла за сливы, за вот эти жгачок. Потому что я говорила, что на базарчику этот торгует по 65 гривен, но они вот такие крупные, мягкие были. Там кошмар, там я не знаю даже, кто их мог купить, а как их кушать. Там они страшные, там их, если мыть, то я не знаю, как мыть, чтобы они, если лопнет все, оно же вытечет и все. Вот такие мягусенькие. Сегодня уже остался там один ящик. Ну, уже все перебранные такие. Я вот тогда одной дотронулась. Это кошмар. По 35 гривен. На 30 гривен дешевле. Ну, то уже даже по 5 не надо. То уже только начнешь мыть, и сразу все в дрыщню превратится, и все выливать, и на этом закончилось варенье. Эта женщина сказала, что будет с мясом приезжать. Она говорит, я молочку привожу и с мясом. Ну, тоже деньги берут это мясо. Как колбасы, девочки, тут в ТикТоке рекламы смотрю, рекламируют свои колбасы. У нас, с Украины. Не знаю, откуда. Так тоже колбасы. Боже, цены. 600-700 гривен килограмм. Каптят. Я такое не хочу. И как это покупать что-то? Кота в мешке. Или рыбу. Вот эти сейчас рулеты с этих лосось. Этот лосось масляная, тунец и еще что. 4-5 видов рыбы. Вот эти такие, эти самые. Боже мой. Все спрессовано. На базарах продают. Все, никакой, ни холодильников нет, антисанитария сумасшедшая. Посылки высылают. А нафиг оно надо, посылки. Сейчас это в каждом городе, эта фигня есть. Тем более рыба, девочки. Там так траванутся можно, что...
Не заказывай, я не знаю, я бы никогда не заказала в жизни. Во-первых, цена сумасшедшая, вот эта рыба. Торт, рыбный торт, рыбный торт. Сверху эти креветки понасыпаны, поприклеивали их. Кошмар, неужели кто-то вот это, по 2000 килограмм, по полторы, по 2000, кто-то заказывает, ладно, ладно, деньги, ладно. А качество? Валяется все на прилавках, на этих разрезают, патлями своими трусят. Не. На куче тут тебе рыба, рядом куча колбаса разная. И все на куче, ни холодильников, ничего. Так, девчатка, сейчас пойду, 3 часа пойду, нарежу винограда. Сколько смогу. Он уже тут не пропадет, вот там поставить его в холодочке. Тут жары нету целый день и целую ночь. Да, Дикуська? Мамка, он прибарахлилась. Ладно, девочки, пошла я гляну виноград. Спасибо вам огромное за комментарии. Я сегодня начиталась и плачу, и спасибо. Очень душевные. Спасибо огромное. И правильные, самое главное. Спасибо огромное. Вы у меня поддержка сумасшедшая. Спасибо, Аллочка, тебе, если ты меня смотришь. Спасибо, родная. Не надо отрывать от себя эти копейки. Сейчас все с копеек мы живем. Тем более все пенсионерки. Ничего не надо, девочки. Ваше вот это общение, это самое главное. А вот это все. Не отрывайте от себя. Я вас умоляю. Пошла, девчонки. Сидеть хорошо. Оно сейчас раз, тыры-пыры и темнеет. Спасибо, девочки, еще раз. Стул ляпнул, а они хоть бы пошевелились.